Всем привет! Есть такая вот веб-камера оранжевого цвета. И заметил такую ситуацию. Почему она черную, спросите? Это я маркером покрасил. Сейчас расскажу, в чем суть. Снимал вот при этом свете. Здесь у меня светодиоды. Ну, камера все нормально снимает. Когда пальцем экран закрываешь, все нормально. И когда решил снимать в другой комнате, при другом освещении, при освещении простой лампы накаливания, лампочки накаливания, смотрите, что произошло. Сейчас я лампочку включу. Диоды выключу, светодиоды. Вот желтый свет. Смотрите, появились какие-то пятна. Когда рукой закрываешь, вот это эти пятна. Я подумал, камера сломалась. Но потом, закрыв корпус целиком рукой, эти пятна, в принципе, исчезают при такой лампочке. И я решил корпус покрасить маркером в черный цвет, чтобы меньше света пропускал. Но это не помогло. Тогда думаю попробовать фольгой обмотать. Сейчас попробуем. Так. Так, сейчас посмотрим, как она снимает теперь освещение. Тоже лампа накаливания, лампочка. Закрываем экран. Все, эти пятна пропали. А с освещением от светодиодов нет такого. Корпус не надо закрывать. А при уличном освещении, сейчас выведу в окно, но уличное освещение. Так, нет ничего. Так, лампочку надо выключить. Так, лампочку выключил. Сейчас камеру выведу в окно. Все, нет пятен. Сейчас включу освещение светодиод. Нормально все. Я вот сейчас фольгу уберу.
как пасхальные яйца. Закрываю. Видите, светодиодами нет никаких пятен. Так, сейчас выключу свет и выведу камеру в окно. Вот видите, при уличном свете тоже эти пятна появляются. И при освещении лампочкой накаливания эти пятна появляются. Вот такие вот дела. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Ставьте лайки. Всем пока.